Меня зовут Оксана Шевчук. У меня 4 детей. Я выхожу на мирные протесты, чтобы защитить будущее своих детей, чтобы жить и развиваться в правовом государстве. Но за участие в мирных протестах на меня сейчас оказывается большое давление со стороны властей. Это слежка и угроза ареста. Я вынуждена скрываться, потому что власти Казахстана считают экстремистами участников мирных протестов и считают экстремистами тех, кому нравятся программы оппозиционного движения ДВК. Что ты разрычалась? Не рычи, мама говорит. Можно паузу поставить. Европейский парламент принял резолюцию в защиту таких активистов, как я, но власти Казахстана не выполняют рекомендации Европарламента. Мы просим Евросоюз признать и считать выборы в Казахстане нелегитимными, так как идет массовое нарушение Конституции и законов Республики Казахстан, а также идет массовое преследование политическое всех граждан Казахстана. Я хочу обратиться к послу Соединенных Штатов Америки Уильяму Мозеру, а также к послу Евросоюза Свенлу Карлсону с просьбой выступить публично в защиту мирных участников протеста в Казахстане.